Приветствую вас, и зависит данное решение от того, насколько много значения придается мужчиной этому. Потому что если человек хочет, чтобы вы что-то делали для него, и вы не делаете, а ему это очень важно, то логично предположить, что он будет испытывать негатив. Негатив, по факту, ничего хорошего вашим отношениям не принесет. И если вот вы для начала попробуйте просто не делать того, что он хочет. И посмотрите, как он будет себя вести. Если вести будет себя плохо, вам не понравится, вам будет неудобно, вам будет некомфортно, вам будет неприятно, и он будет не пожелает принять вашу позицию, то тогда, конечно, придется разойтись. Потому что, ну, получается, как пара, вы друг другу не подходит. И так бывает. Так случается, в этом нет ничего необычного. И для вас нужно, для вас важно, для вас необходимо быть счастливой. Необходимо в отношениях чувствовать себя свободно, равноправно и естественно. А вы получаете, что человек вас принуждает. Естественно, в этой ситуации, в ситуации принуждения, вы не можете быть счастливы. Вы не можете быть полностью раскрыты. И, соответственно, чувствовать себя комфортно вы также не можете. Исходя из всего этого, можно и нужно делать вывод о том, что в вашей ситуации лучше разойтись. Лучше сделать так, чтобы каждый из вас получал то, что он хочет, и при этом был счастлив. Вы попробовали, вы убедились в том, что не получилось, ну, надо признать неудачу того, что отношения у вас не построили. Так что, если мужчина придает много значения тому, что он хочет, чтобы вы делали, и для него это есть важно, то тогда расстаться вам нужно, потому что наблюдается неразрешимый в данном случае конфликт интересов. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.